общем, к декору стен и потолка. Покрытие это английское, на водной основе. Предназначено для кухонь и ванных комнат. Оно легко моется и даже поддается чистке жесткими щетками. А еще без проблем выдерживает конденсат. Оттенок «Ивовый лист» из коллекции 2013 года. Домашняя мастерская от британских дизайнеров. Так, тогда объясни свой выбор цвета, да, вот почему именно оттенки бежевого? Ну, сами по себе оттенки бежевого, кофейного, они очень теплые, они уютные, они не надоедают и, в общем-то, сочетаются со всеми остальными цветами. Ну, дерево – это дерево, оно всегда придает и респектабельность, и также уют, и практичность. При этом у нас столешница, фасады, пол и стены очень похожи по цвету, что скрывает границы между стенами и полом и раздвигает пространство, делая его объемнее.